Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 19 декабря 2021 года, и я хочу продолжить обзор книги Лилия Хованская «Выжившая поэзия». Эта книга у нас есть уже в электронном формате, и я могу эту книгу подарить всем желающим, кто интересуется нашей «Выжившей поэзией». Для этого достаточно только прислать адрес вашей почты, допустим, мне, допустим, стихи.ру в личку, и я могу прислать вот эту замечательную книгу. Печатный экземпляр, к сожалению, пока еще не готовится, ибо надо пройти формальности. Хованская сейчас свои проблемы, она должна мне дать разрешение на публикацию, я должен представить, ну, там еще какие-то документы. Короче говоря, вот эти только формальности. В принципе, она уже оплачена, и когда мы закончим с этими формальностями, то дней через 5 рабочих дней будет эта книга, но она будет пока у меня в Чехове, и доставить ее тоже сейчас проблема. Вот так много сейчас проблем с книгами, зато электронные книги. И, кстати, они даже удобнее. Пожалуйста, мы можем вам показать и даже переслать на вашу почту, и вы будете пользоваться. Так, поэтому я вам рассказываю, как надо пользоваться. И вот наша замечательная книга. Вот видите, Лилия Хованская, «Выжившая поэзия», автор Ефрумовича Лилия Хованская. И делаем последний обзор, это третий обзор по этой книге. Вот здесь странички указаны. Я не помню, на какой мы страничке, но где-то мы уже близко к концу. Мы уже смотрим непосредственно композиции, раздел третий. Поэтому я поставлю, допустим, 120-ю страницу. 120-ю, я помню, примерно. Я помню, что мы остановились на Валерии Ободзинском, замечательной у нас есть композиция на стихи Лилии Хованской. И вот сейчас 120-ю страницу нажимаем Enter и смотрим, куда мы попали. Вот мы попали на нашу книгу «Волнует нас пленительный жасмин». По-моему, мы уже эту композицию смотрели. Свеча нет. Нет, я помню, что мы остановились на композиции о Валерии Ободзинском. Вот она. О Валерии Ободзинском. Давайте еще раз послушаем немножко эту замечательную композицию, ибо на вторую часть не все мало смотрело людей. Давайте еще раз немножко послушаем эту композицию. Вот я нажимаю здесь CTRL и здесь левой кнопочкой мышки нажимаю. И вот эта композиция попадает сюда, в закладки. И мы нажимаем и слушаем эту композицию. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Лилии Хованской. Композиция называется «О Валерии Ободзинском». Музыка исполнения самого Ефрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Подарок Бога ты, Валерий, ведь только в голосе любви и жил и пел, в искусство верил, и замирали соловьи. Тебя с надеждой счастья слыша, в полете голосе звучал, летел он дальше, выше, выше. И красотою всех венчал.
и до сих пор глаза напротив нас покоряют красотой. Изящным звуком все наполнив, поешь изысканной душой. Ах, сколько в этом чуде краски, в них растворяемся навек и ощущаем сердцем ласки. Живет любовью человек. Ах, сколько в этом чуде краски, в них растворяемся навек и ощущаем сердцем ласки. Живет. Возвращаемся к Лиге, и в это обзор слушаем одновременно. Живу надеждой и только музыкой дышу. Смотрим следующую композицию. И звуки льются вновь, как прежде, с улыбкой в любви спешу. Звучанием голос не затянет, он будет с радостью звенеть. Живым пророческим лишь стань. И сейчас послушаем следующую композицию. Перед этим вы можете прочитать стихотворение. Здесь все полностью есть. Яркие звуки звучали призывно, танго с надрывом играл саксофон. Ты объяснялся в любви непрерывно, клятва души — наш сплошной унисон. Мы испытали порывы желания, прикосновения ласковых рук, магия брызги, кружение признания. Я в обольщениях не ведала мук. О, как кипели под музыку страсти, как изумляло дыхание твое, танго звучало, пылающей властью, а музыкант все играл о своем. Так навсегда мы слились в звуках танго, верным призывом пленил саксофон, как восхищенный безумный данго, в танго счастливый судьбы унисон. Давайте немножко послушаем композицию. Прекрасно. Друзья, послушайте новую музыкальную поэзию. Помоечи из цикла «Ожившая поэзия». Призывно, танго с надрывом играл саксофон. Ты объяснялся в любви непрерывно, клятва души на сплошной унисон. Мы испытали порывы и желания, прикосновение ласковых рук, магия брызги, кружение признания. Я в обольщениях не ведала мук. Мы испытали порывы и желания, прикосновение ласковых рук, магия брызги, кружение признания. Я в обольщениях не ведала мук. О, как кипели под музыку страсти, как изумляло дыхание твое. Танго звучало пылающей властью, а музыкант все играл о своем. Так навсегда мы слились в звуках танго. Возвращаемся к книге. Верным призывом пленил саксофон. Следующая композиция. Как восхищен любви таинственно безумный дальго, в танго счастливой судьбы унисон. Это обзор, поэтому
Друзья, послушайте новую музыкальную повесть. Все у нас вкратце, все у нас быстро, потому что материала очень много, и хочется, чтобы все знали побольше нашей ожившей поэзии. Мы с ней узнал море чувств. Один высок воскрешен. Сорваться с наших скромных. Поцелуем, душа внезапно жила, опять возвышена в Иркуте, ведь грусть безмолвная ушла. Свет пробуждения не погаснет, все побеждающей любви. Но в полный день очарование. Пока звучит эта композиция замечательная, мы возвращаемся книги и смотрим следующее. Волнует нас пленительный жасмин. Нажимаем на ссылочку. С тобой не близки. И слушаем следующую композицию. А мы, обнявшись, дышим ароматом. Цветет благоуханный господин, гордясь своим особенным талантом, вливается душистым ручейком. От запаха в волшебном ликовании блаженством райским пьем его глоток. Он получает высшее признание, нам дарят белоснежные цветы. От красоты немножечко смутились. Возвращаемся к нашей замечательной книге. Нас красотой приветствует июль. Нажимаем на ссылочку. Безумностью клянешься мне в любви, как бабочка. Порхаю над тобою. Слушаем следующую композицию. Нас красотой приветствует июль. Композиция называется «Благоуханность душою ее, и солнце и цветок всем дарит». Весь мир цветущий радостью разлит, и спелых ягод сладкое дыхание
ароматный всегда царит. Как упоительно это свидание. Порхают сюда бабочки вокруг. Следующая композиция — сентиментальный летний вальс. Не ведай ни горя, ни разлу. Друзья, послушайте новую музыку. Вот обратите внимание, видите, 1909 просмотров. У нас мы даем рекламу на 500-300. Сейчас появилась новая возможность на 300 композиций, на 200 давать. А вот тут я давал на 500, и вот эти почти 2000. Сентиментальный летний вальс, он на миг кружит постоянно, увлек очарованием нас, и с ним нисколечко не странно. Он весь в кружениях своих и восхищениях любовных, а я живу в словах твоих, где впечатлений много томных. Нас мчит загадочнейший вальс, и сердце вьюжит лепестками. А счастье вновь носит нас и дарит звучными стихами. Возвращаемся. Чудесные летние дни, в них солнце бесконечно. Следующая композиция — свеча. А мы с тобой, как мотыльки, легко парим. Друзья, мы слушаем музыкально-поэтическую композицию «Экспонт». Она стихи замечательной поэтессы Лилии Хованской. Композиция называется «Свеча». Музыка. Сидящие за столом, они все живы, радостная встреча. Звенят бокалы полные вина. Клятвенно восторженные речи звучат легко, как тонкая струна. Мы снова вместе, стерто расстояние, свинца за столом. Мои друзья, нет ни измен, ни скорби расставания. Все, казалось бы, друзья, игрой судьбы. На секундочку приостановлю. Вот видите, великие поэты, вожившие поэзии. Мы сейчас выпустили еще книгу параллельно. Великие поэты, вожившие поэзии. Скоро она тоже будет. Я уже начал ее показывать. Уже есть электронный вариант. То есть ожившая поэзия, несмотря на мою болезнь, с травмами связанную, работает и издает вот за последнее время вот две книги. Недавно я издал еще книгу Верона Шумилова «Живший поэзии», и готовлю уже второе издание на стихи этой замечательной поэтессы. Итак, возвращаемся к нашей книге Лилия Хованская «Ожившей поэзии». И
вот зацепилась. И смотрим следующую композицию. Но вот чего-то она не хочет двигаться. Давайте обновим. Давайте попробуем обновить. Что-то у меня с интернетом, наверное, случилось. У меня сейчас интернет. Вот видите, она, вот она. Спускаемся ниже. Сейчас я приостановлю, ибо у нас... Так, простите, прервал я. И поэтому мы сейчас продолжим. Наша осень-вальс. Послушаем все композиции этой замечательной поэтессы. Очень мне нравится. Давайте послушаем эту композицию. Ибо это последний уже, наверное, у нас выпуск по этой книге. Потом будем великий поэт продолжать. Наша осень власть. Давайте сразу перейдем. Возвращаемся к книге. Смотрим следующее произведение. Пугало нас неистовость дождей. Следующее произведение «Моя великая Россия». Друзья, послушайте. Моя великая Россия, на веки в сердце у меня, души
стихия нас защищала, все храня. Российский флаг над нами веял, святой для всех была страна. Нас захватчиков лелея, нам не забудется война. На разражениях закалялся, невинной крови знает боль, и до конца стоять лишь клялся, не забывая про любовь. Поднявшись, выстояли люди, но не забудут горе смерть, и с верой дошли от жути. Возвращаемся к книге. Мы любим нежно и в жару. Заколена была боями, ощутила сердцем твердь и чудотворными речами. Друзья, послушайте новую музыку. Мы любим нежную жару, хотя она нас изводит, не очень жарко по утру, и чудо с нами происходит, здесь скучной грусти вовсе нет. Я не печу свои признания, а ты в любви даешь обмен взаимно счастье и лавзанья. Здесь скучной грусти вовсе нет, я не печу свои признания, а ты в любви даешь обмен взаимно счастье и лавзанья. Вся в сердце неуемных чувств, великолепные свидания, любите друг друга не рискусь, ведь так прекрасно трепетает. Цветет наш яблоневый сад. Слушаем следующую композицию. Друзья, послушайте новую музыку. Наш яблоневый сад в лучах малиновой зари, звезды удивительный парад растаял в небе. Посмотри, лучи порхают в лепестках своей непременной красой, и юг научиться на ветрах, где плещет травушки росой, лучи порхают в лепестках своей непременной красой. Я ощутила вдохновенный взгляд следующей композиции. Давайте послушаем. У нас уже мало осталось композиций. Я ощутила вдохновенный взгляд. Музыка исполнения Соломона Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Прости меня своим очарованием.
глаза по снегом плавным горят. Град позвонит свидание стрелы волшебной полесной любви. Навернула угнённое сердце и скрытали пленительный огонь. Возвращаемся к книге. Здесь запись не очень удачная. И теперь приостановим эту запись. Почитаем заключение, которое я придумал. Спасибо, друг мой дорогой. Тебя зовут строк лучших, королева. Пою твои романсы, я в запое. Они звучат повсюду, справа, слева. И это не игрушка, даже не шансон. Здесь каждая строка дыхание, и не найдешь такого в унисон. Не повторяются сердечные слияния. Пока творишь ты сердцем и душой, любовь и музы твои строки слышат. С поэзией ожившей ты поешь, и пусть весь мир твоим романсом дышит. Это мои строчки, посвященные нашим соавторам с некоторыми вариациями. Еще одно стихотворение я хочу прочитать, посвященное нашим поэтам, ради которых, собственно, я и все делаю. Ну и, конечно, ради своей души, ибо я очень ценю все, что делается сердцем и душой, и должное поэтам воздается. Спасибо, други мои, поэты, славящие время. Я не пою, я от любви, с поэзией ожившей млею. Она, поэзия, сама звучит, поет, но что-то и над ней давлеет, и к ней в молчании времен всесилие не тяготеет, так и к поэтам всех времен. Не воздается должное, искусство тает, но не молчит поэт, он вне времен, он главное душой выделяет. И годы, пусть они исправят все, и запоют, поэзия всегда поется, ожившая поэзия идет, и должное поэтам воздается. Вот так заканчивается наша книга. И говорится здесь, в каждой книге прилагается электронная книга, благодаря которой вам будет проще слушать и смотреть. И вот электронную книгу, чтобы получить, надо написать мне на почту, а лучше стихи.ру, ибо почта у меня загружена, я могу пропустить, или прямо в Ютубе попросить, вот сказать, что понравилась наша ожившая поэзия, прошу вас прислать наши электронные книги. У нас очень много электронных замечательных книг. Я даже сейчас покажу, сколько наша ожившая, если получится ожившая поэзия, сколько она издала и издает книг. Ну вот в ридера хочу зайти, если получится. Сейчас мы зайдем и посмотрим наши книги. Так, вот здесь нет ридера, вот здесь есть ридера. Да, сейчас попробуем зайти. Зайти в мой кабинет и показать наши книги. Наши книги. Вот кабинет Самуила Фрумовича. Я вам сейчас покажу. Вот эта книга, которую мы вот-вот сейчас только-только выпустили. «Великие поэты в ожившей поэзии». Это книга Лилия Хованская в ожившей поэзии, которую вот я сейчас вам и показывал. Это книга Самуила Фрумовича, его «Ожившая поэзия». Очень большая книга. Если те книги где-то по 130 страниц, то вот здесь 406 страниц. Дальше книга Верона Шумилова в ожившей поэзии. Недавно тоже мы издали эту книгу.
будем вторую книгу делать. Далее замечательная тоже поэтесса Галина Вольнберг, вожившая поэзии. Вот книга есть такая у нас. Далее «Состояние любви». Все книги я подготовил и сдал. Ну и видите, вот здесь, здесь и мои стихи, там отдельная книга, где много моих стихов. А здесь и книги, здесь и тоже много очень поэтов. Вот, тоже хорошая книга, толстая такая книжка. Далее книга Сергея Есенина, «Воживший поэзии недавно». Мы тоже сделали такую книгу. И вот это у нас готовится, будет книга «Концерты ожившей поэзии». Дальше это книги Ольги Мельничук в соавторстве с Фрумовичем. Видите, вот немного я на нее обижен, потому что, видите, здесь нету Фрумовича нигде. Вот здесь тоже нету Фрумовича, хотя это совместная наша работа, совместная книга. Здесь тоже нет Фрумовича. Вот. Но есть Ольга Мельничук, замечательная поэтесса, на ее стихи я создал более 850 произведений. «Римские каникулы», видите, здесь есть еще Самуил Фрумович. Дальше «Ожившая поэзия», выпуск третий. Здесь тоже очень много моих соавторов, поэтов. «Ожившая поэзия», выпуск первый. «Ожившая поэзия», выпуск второй. И «Состояние любви», первое издание. И «Ураган любви» совместно с Ольгой Мельничук. Замечательная тоже книга. Очень толстая. Здесь все произведения спеты, сочинены и придуманы Самуилом Фрумовичем. Вот такая наша ожившая поэзия. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. С вами был Самуил Фрумович. До новых встреч.